Так, в общем, ребят, всем привет, с вами я, Александр Сучков. В данном видеоролике сегодня мы играем, ну, сразу я вам скажу, подпишитесь на канал. Внимание! Там. Наши мы играем спутники сегодня в Вулкан. Засекли повышенную легко? Активность в секторе N-26, рядом с Вулканом. Да, там расположен некий медицинский комплекс. По бумагам да, в нем ведутся исследования горячих источников, но в это верится ничего, с трудом. Это... Урсула посещала комплекс не только за последнюю неделю. Это не совпадение. Самая хорошая задача – выяснить, что там на самом деле. У нас есть пулемет, у них нет ни хера. Хотя нет, хорошего такого. Нет, никого. Все хавки. В общем, вот такие вот ранги я играю, я сам такой ранг. Кто здесь? Мы начинаем тащить. Просто жестко тащить. Потому что я мастер, а они... Так сказать, ну, и играть они не умеют, ребят, честно. Добро пожаловать. Я Урсула. Так. Тихо. Следуйте моим инструкциям. Узнаю Урсулу и неужели ее тщеславие. Только ей могло прийти в голову я использовать если твою меня рожу на легком для компьютерной системы. Это было бы вообще честно. Не поверите, но это честно. Очень смешно. Поехали. Так. Не знаю, значит, какие что? Они штампуют, но охрана тут круче, пока что все нормально, пока что будьте все. Сейчас попробуем. Итак, пассенджер. Все видели уже. Я не знаю, почему я решил именно это проходить, но я думаю, вы все поймете. Вы входите в запретную зону. В процессе просмотра данного видеоролика, ребят, обязательно поставьте лайк под этим видеороликом. Это очень важно. Так. Кейшн, что-то такое. Так, входим сразу ботов, которые бегают здесь. У нас где-то, видео сразу говорю, где-то на минут 30. Так, сразу турелька. В общем, турелька, она самая простая здесь. Бота, блин, классный бот. Так, ну мне главное, вот, мне не важны именно турели, мне важны Blackwood установили на своей базе автоматические так, поехали турели. Дальше. Мы уже сталкивались с ними во время кампании на Среднем Востоке. Это вообще просто. На первых этажах самые жесткие турели. Кодовое имя Кобра. Они пытаются атаковать их в лоб. Что, я же ром? У этих турелей очень прочная сразу броня. Цельтесь в механические части. Бегом к лифту! Внимание! Вы входите в запретную зону. Немедленно покиньте ее. Но! Че, никому не закинул, что ли, блин? Ну ладно, хотя бы я первое место занимаю. Я еще буду прикалываться, как они сольют. Это будет жопа вообще. Код 104S. Посторонние в запретную так, сразу зону. Сливаем этого. Немедленно найти нарушителей. Так, дальше. Турель Мурена всегда появляется в самый неожиданный момент. Ее нужно взорвать немедленно, иначе погибнет вся команда. Тихо, блин. Опасный ход. Что не плюс? Давай, пошли! Так, ладно. Я выдержу тебя, дай мне пару секунд. Внимание, у вас нет разрешения на вход в этот сектор. Вы должны немедленно покинуть его. Так. Сразу же снимем, блин. Как это так? Ай-яй-яй-яй! Блин, я уже своих начал. Твою мать. Тихо, блин. Сейчас какая-то, так сказать, жопа. Потому что, блин. Ну это реально, это... Ну что, это же... Обычно это... Неужели я не затащу? Я дебил не затащу. Но почему-то мне кажется, что это что-то солидно. Почему-то даже со мной... Не знаю, немножко. Можно сказать, сольем, мне кажется. Эту игру, потому что тащу именно я один. Так. Эта зона только для персонала. Вы должны покинуть ее. А, ну ладно, я тебя... Главное, вот он. Его убили, пошли, пошли.
права находиться в этой зоне. Ваш пропуск аннулирован. Так, больше никого нет. Отлично. Да иду я. Тебе иду. Повезло, это просто царапина. Так, ну пока что тащу только я. Благодарю. Спасибо здесь. Тебе. Ну ладно. Мы исправили, надеюсь. Вот. Маха... Ражабин. Внимание! У вас нет разрешения на вход в этот сектор. Так, главная игра. Вы должны немедленно покинуть его. Так, мочим их. Значит, что мы дальше делаем? Так. Так. Значит, что мы делаем? Значит, мочим их пока что. Мы не видим эту пушку. И давай. Сразу же. Мочим эту пушку нахрен. Так, мочим ботов. Дофига опасных таких ботов, которые мы наши собирали. Так, пока что все норм. Пока что все, что здесь происходит, пока что все. Трели это ладно. Блин. Так. Куда не сливать пришли. Но, наверное, даже если мы дойдем до Урсулы, то вряд ли мы вообще затащим. Да ладно, это шерсть. Блин. Блин. Я же забыл. Что они убивают одним выстрелом. Блин, я думал, я сразу... Сразу прям пройду. Блин, ладно, посидим сейчас. Давай! Так, сидим. Внимание! Так, вы окей. Входите в запретную зону. Вот, так, что они там сидим? Покиньте ее. Сидим. Отлично. Идем дальше. Мочите меня. Это вот хрень. Ладно, мы разберемся. Идти. Изголом получилось здесь. Фаст. Этот уровень закрыт для посетителей. Поправлюсь, потому что... Пожалуйста, оставайтесь на месте до прибытия службы безопасности. Я вот хочу, чтобы всех слили, а я один остался. Это было бы прикольно. Давней не играл. Один. Блин. Думаю, не проиграл. Потому что я не тащил. Надо еще выполнять. Внимание, у вас нет разрешения на вход в этот сектор. Вы должны немедленно покинуть. Помощь команде. Блин, мне мочат! Закройся там, закройся. Тихо, блин. Меня сейчас... Блин, чуть меня не убили. Как так? Но! Вы можете сказать, как это произошло? Я даже его не заметил, этого бота. Если бы я не взял пистолет, это было вообще жопа. Это слив мой был. А я не хочу сливать это. Это стыдно перед такими рангами. Сливать вообще. На таких простых уровнях. Ну ладно, я не буду вроде лезть. Я буду просто выполнять свою тактику, как я прохожу профи. Просто сидеть, отсиживаться, где-то кемперить и ждать этих ботов. Внимание! Противник входит в сектор 4. Надеюсь, мы пройдем. Ну, а если нет, то... Ну, если есть, то... Я почему-то все-таки вот я уверен, что не пойдет. Потому что один, даже если я один останусь, вряд ли я один затащу. Не уверен в этом. Не поверите, но я почему-то уверен, что я затащу. Противник входит в сектор 4. Counter-Strike везде там тащу. Это еще. А тут я что-то не уверен, что я там с этой командой очень хорошо. Я знаю, как сливаю. Давай, патроны. Тихо, блин.
Я убил стрелка! Враг убит, можно идти. Не в хэдшот, ну ладно. 89, ладно. Я думал, я лучше пробью. Ну! Медик! Внимание! Противник входит в сектор 4. Ладно, мы с вами затащим. Пошли, пошли, пошли! Какого черта тут столько охраны? Они что, что здесь будет принимать горячие ванны сам президент? Ладно. Так, что там написано? Там какие-то цифры. 4P. Веста. Этот сектор под запретом. Вы здесь, должны походу, покинуть его. Я уверен. Особенно на тех стяночных турелях. Я ноль, есть. Вот если я пройду без смертей, мне офигенную дадут значок за то, что я вулкан прошел без смертей. Но я думаю, я прям, ну, не предсказываю, но говорю, что мы все-таки сольем именно на уровне 10, наверное, я солью все-таки один раз. И лучше бы было, чтобы я вообще не сливал. Это очень идеально, шикарно. Это турели серии дикобраз. Ну блин, это вот шестой уровень, блин, достал. Лучший уверен, способ уничтожить дикобраза — бросить гранату прямо в люк. Меня они сейчас будут бросать все гранаты. Ладно. Стой.
блин, батак! Читаю одному. Квест пройти с подкатом убивать. Ну ладно. Все равно. Убито в ближнем бою. Ноль. Благодарю. Внимание! Спасибо. Это частный комплекс. Мы не гарантируем вашу безопасность, если вы немедленно ладно. Не покинете его. Вот какой счет у меня сейчас в данный момент. Это офигенно, ребят, честно. Вася тащит, нифига он не тащит. Внимание персоналу! Немедленно покиньте сектор 12! Как-то я помню, с другом проходил. И нифига мы не прошли. Какой аккаунт нет? Мы там слили просто. Жестко слили. Условно, не тащили. Хотели, но... Мы слили на 15 минут. Не было сложно, но тогда это так и казалось, когда мы проходили вдвоем. И мы сливали, просто слили. Сначала он слил, а потом я просто не начал. Ай! Ай! Ай-яй-яй! Внимание! Это частный комплекс. Что вы там мы делаете? Не гарантируем вашу безопасность. Тихо, тихо, тихо. Если там вы это... немедленно не покинете его. Целая армия. Блин, куда вы вышли? Давай пошли! Ну вообще ладно. Блин! Куда вы вышли? Стрелок убил, повторяю! А, стрелок убил! Вы находитесь в запретной зоне. Ну ладно. Служба охраны не несет. А че вы вышли, ребят? Опа-на. 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 Стрелок нейтрализован. Вперед! Сразу, блин! Это закрытая зона. Кто ты у меня такой? Кто ты у меня такой? Опа. Чего ты такой? Поты, 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 поты. 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 Много ботов. Что-то получилось за прохождение данной части. Что там у вас осталось, ребят, помочь? Или нет? Так. Блин! Разберитесь. Все. Думаю, я справился. Думаю, да. 200 тысяч почти. Почти что им до меня вообще далеко. Ну ладно. Все молчат, я могу. Я и не буду. Внимание! Не надо, я только... Мы не гарантируем вашу безопасность. Не чтоб посраться. Если вы немедленно не типа они ни хера не умеют. Я именно... Блин, боты! Тоже убивайте-то их или нет? Собирайтесь. Ой, иди. Подразделение противника использует экспериментальное энергетическое оружие. Оно обладает огромной мощью, но долго перезаряжается. Внимание! Это частный комплекс. Кто там меня мочит-то, я не понимаю. Мышка залагала. Немедленно не покинете его. Чего?
почему она залагала? Батарейка, что ли? Да, не сами себя сейчас включили. Тихо, блядь. О, а у них новый аккаунт, прям вообще. Не видать только сейчас, ну что, начали играть? Этот сектор под замена, запретом. Честно. Вы должны покинуть его. Тихо, 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 тихо. Я дам. Кому там? Еще. Надо, надо. Блин, не знаю, что у меня с мышкой случилось, только что, но у меня что-то она стала лагать. Я думаю, то, что если у меня сейчас она отключится, это будет очень... Не очень. В общем, мне придется искать батарейку, и это надо. Это... Блин, поты уже... Остановитесь! Это закрытая зона. Остановите. Витя, надо выйти. Ну? Станем сюда, Нужно подкрепление! Сразу не выходит. Опа-на! Обожаю. Ой-ой-ой! Что за такой порт за бота оказался? Ладно, один килл хотя бы сделал, ладно. Так, потому что что-то они борзы какие-то стали. Немедленно эй! Что такой борзый? Блин, откуда вы взялись-то? Ай-яй-яй-яй. Откуда вы здесь? Вроде я перезаряжаюсь. Я ранен. Зачем? Быстрее, мне нужен враг. Тихо, откуда вы взялись? Внимание персоналу. Педики. Педики. Немедленно покиньте сектор 12. Да ну и в жопу, блин. Где они ходят, блядь, я не понял. Я не понимаю, что у нас. Алекс, не лезь туда, не лезь. Пожалуйста, зачем ты туда лезешь? Наверное, за 300 тысяч. Важно. Еще бы чуть-чуть и... Сейчас тащить бы. Сейчас просто жестко тащить бы. Так. Эй, там полезем. Граната! Твоих? Тихо! Вы должны покинуть его. Ни хрена не видно. Где я отсюда? Дайте мне убить еще одного. О, доминатор. Тихо, блин, убейте. Блин. Нарушители. Мочите. Дайте пройти. Я чуть не слил, поймали. Тихо, блин. Что там, больше никого нет? Граната! Нет. Фух. Чуть не слил. Проходим дальше, блин. 10 уровень. Осталось 3 уровня. О, сейчас будет мамонт, наверное. Это первое появление мамонта вообще в Warface, ребят. А, не здесь, в следующем. Это я спойлер, к сожалению, дал. Ну ладно. Так. Как вас убивать? Алекс, не лезь! Слил! Блин, как так? Давай этот, блин, твою мать! Как я мог слить? Иначе мы будем вынуждены применить... Я слил один раз! На легком!
хотел же пройти нормально, почему? И тут поперли все, сливальщики, все. Мы сольем. Тут я понял, что это все жопа. На 10-м уровне. Я начинаю это, уже это все бесить. Ну просто. Все. Просрали. Если я уже слил один раз, все, это жопа. Это полная жопа команде, вот. 100%. Пора на следующий этаж. Я не знаю, как я сейчас буду играть вообще. Это жопа, я разозлился. Я буду еще раз проходить этот сраный вулкан. Еще раз на этом легком. Блин. Если я не сольюсь сейчас на 13 уровне, это будет пипец. Вместе со мной. Вместе. Я буду перепроходить опять вулкан. Вот честно вам скажу, я буду перепроходить без смертей. Ну, не как здесь. Блин, потому что здесь свет. Хотя бы не, так, не как у них. А так хотелось хорошо. Еще знак по порту. Понимаю. Вообще, ненавижу такие моменты. Когда надо, и просрать. Как-то играл вообще до 10-го тоже, до 10-го вообще. А потом, блин, слили, короче, блин. Обидно, блин. Неважно. Важно то, что я сейчас второй раз слил. Тут обидно. Слим. Вокруг, знаете как? Опа! Ладно, я ее. Сзади! Чисто. Блин, если бы не те парни. Или... Не знаю, как бы я проходил один. Кидаю гранату. Нарушители в секторе. Хотя бы шлем прижим. Вперед! Посрать хоть что-то. Игра вообще довольно-таки хорошая. Когда ты в ней сливаешь, я ее начинаю ненавидеть. Да где эти боты? Я уже запутался. Где они есть? Где меня сливают, я не понимаю. Откуда? Снайп. Где еще один? Здесь. Кто в меня палит? Все, я один. Так, тихо. Внимание! Это частный комплекс. Мы не гарантируем вашу безопасность, если вы немедленно не покинете его. Только слей меня. Ну вы ты что такое? Нарушители. Почему? Активация защитного протокола. Что это такое? Как мы могли слить? Говно! Дали, ладно. Ну 500, ну что я починю за 500? Я не знаю, просто. Я буду перепроходить это. Как это я мог слить? Я не понимаю этого.
Капец. Как мы могли слить? Если бы не этот щитоносец, мы бы нормально сыграли. Да, это мне говорит этот. Ну и все, мы будем перепроходить заново. Ладно, это в следующей части. Ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Ну, баспичками под видео. Всем удачи и всем пока.